объявляется открытым, судебное заседание рассматривается. Гражданское дело о признании Данилушкина Юлии Сергеевны дееспособной. Девочки, лекарства! Так, Данилушкина Юлия. Вот, пожалуйста, решение суда. Вот 96-й год. Суд установил, что Данилушкина Юлия Сергеевна страдает расстройством. И пошло, и пошло. И признать недееспособной. То есть без ее присутствия. Никогда как напишет врач, так и все. Пока есть возможность. Это как мне на комиссии задали. Куй железо, пока горячо. Что это такое? Пока есть возможность. Не знаю, что такое. Надежда умирает последней. Верить и верить. Нижневартовский районный суд Красноярского края рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению администрации КГБУ СУ Тинской психоневрологический интернат о признании Данилушкина дееспособной отказать, находит заявление, не подлежащее удовлетворению по следующим основам. Никак. Нежеланный ребенок я. Думаю, расскажу. Юлечка, радуйся. Все будет хорошо, расстраивайся. Не расстраивайся ты, все будет хорошо.